Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Арсен! Сегодня мы поиграем в Дашу Карику из подвала. Я знаю такого блогера, короче, ребят, смотрите, это такая девчонка, блогер в ТикТоке, видела я где-то такого. Короче, сейчас вы все узнаете. Давайте вот этот прочитаем про что. Игра про детей в подвале вышла сегодня. Установи прямо сейчас. Ага. Охренеть. Карика, побег из подземелья. Подпишись на наш ТикТок. Вот я говорю уже сразу. Играть. Меня зовут Рокки, мне 16 лет. Я решил отправиться в больницу, по слухам, там обитает нечто, что называют обобусами. Я решил сходить и посмотреть, есть ли он там. Как только я вошел в больницу, у меня закружилась голова. Я упал. Дальше. Нажми только, когда дослушаешь историю. Начать игру, конечно. А чё, ребят? Так. Начать игру. Это мы. У нас закружилась голова. Это кресло. У меня один вопрос. Где наша Карика? Еще будем искать обломки, наверное. Что было, ребят? Ладно, ребят, скримак небольшой. Так, мне дальше найти 8 ключей и сбежать. И открыть главную дверь. Вот, один из 8. Идемте. Так, офигеть. Это не ловушка. Да, это не ловушка. Так. Холодильник. Можно открыть. Нет. О, второй ключ. Я думал, он в холодильнике лежит. Интересно, где здесь главное? Вверх. Так, идемте. Это вот туда, наверное. Ладно, мы были здесь. Нет, туда. Походу нет, мы не были. Если бы мы были бы здесь, я бы вот тут на верхушке был. Так, идем. Пока что никого нет. Так, давайте осмотрим эту комнату. Так. Тут-то я тебя включал, уж точно нет. Вот туда. Так. Нет, нет. Идите дальше. Это Даша Карика, по-моему. Кстати, она на управлении, ее голова нарисована. Вот прикол, ребят. Так, тут немножко сложно управлять, ребят. Да, потому что у человека голова закружилась. Там ключ, что ли? Да, там ключ. Все, 4 8. Так, идемте дальше. Блин, я вроде здесь был. Так, тут я был по-любому. Да, я тут был. Блин. И, наверное, вот туда надо пойти. Здесь я по-любому не был. Так, я такая. Блин!
платишь. Так. Пока что я ничего не делаю. Вот, перестаньте или нет? Так, вот, пятый ключик. И еще три ключа. Ладно. Вообще капец, ну, ребят. Так, 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 так. Здесь я был вроде. Да, я здесь был. Я запутался. Я запутался. Так. Сюда давай пойдем. Интересно, вот мне еще где главная дверь. Так, ну тут ничего нету. Идемте дальше. Давайте туда. Нет, мы здесь были. Давайте туда. Мы тоже здесь хочу. Хотя там здесь были. Идемте дальше туда. Так. Главное, чтобы этого обобуса не было. Так, ну все, давайте выходим из этого. Из этих дверей выходим. Так, ну все, мы потерялись, ребята. Вот сюда. Да, вот сюда. Не, не вот сюда. Да вот сюда же вроде. Так, так, так. О, здесь мы не были. Нет, мы здесь были. Пойдем туда. Так, мы здесь были. Где тогда? А куда там тогда идти-то? Да? Да, здесь мы не были, походу. Так, мы здесь не были? Да нет, мы здесь были, а где? Как нам идти-то обратно? Ладно, идти туда. Теперь куда нам идти? О! Шестой ключик. Пингвинские. Давай! Еще один ключ. Где он может быть? Так, надеюсь, там позже будет. Ой, ты чего? Да. Yes! Иди вперед, но тебя тут не достанет. Ладно. Ты попал в новое подземелье. Я готов. Здесь. Я засал, и я готов. Рекорды не забудут, я засал. А тут темно! Ключи. Погоди, а их можно взять? Не, ключи нельзя взять. Офигеть, конечно, темно. Так, марка какая-то. Темно везде. Чего-то не стоит.
Так, я что-то вижу. Идемте вперед. Так, нету. О, лесенка! Так. Идем. О, вот выход. Так. Где? Нет. Так, не выход. Так, ну еще посмотрим. Раз, что-то такое. Походу я тут выход не делаю. Ой-ой-ой-ой. Вон сюда. А что мы делаем? Идемте дальше. Вот. Вот. Да, иди. Ладно. А что? Ладно, я бегу. Погоди. Иди туда, ну. Да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой, как тут сложно. Этот... Он, да, блин! А, туда надо было идти. Ты что, где? А где выход? Где он? Так. Я не туда. Туда, что ли? Да-да-да. Да блин! Где это? Где выход? Ладно, я бегу. Так, да блин, а тут тоже тупик! Идемте. Куда ты бежать? Так, давайте туда. Да блин! Ах, блин! Давай! А где? Где? Да, а, вот. Надеюсь, мы идем правильно. Так, тут тупик. Сюда. Блин, тут тоже тупик. Нет, туда. Так, теперь сюда. Да, нет. Так. Так. Ай-яй. Блин, это невозможно играть. Да что ты обратно что ли идти? Сюда. Пока что все нормально. Так, а где-то выход? Где выход? Ну, вообще весело здесь. Ах, ой, да блин. А выхода же нигде нет. Не, ну я выбрался, и что-то делать. Просто беги. Да, все, везде такие. Нету правильного пути. Тоже нет. Неправильно. Иди в другую сторону. Я не понимаю. Так. Вот так вот здесь. Туда. Наверное, туда. Не... А, блин. Я думала, это выход, а это наоборот тупик. Так, теперь. Сюда.
тоже есть. Не понимаю. Еще. Где? Где-то выход? Ладно, если там будет... Где вы? А чё вы здесь стоять? Беги! А чё? Никто не выходил! Возможно. Всё, я не могу уже всё. Везде тупики, везде. Всё. Я не смогу, это всё. Ты тут тупик, да-да-да. Короче, я ничего не могу поделать. Ничего я не могу сделать. Всё. Там тупик. А нет. Блин! Линглинский! Идем туда. Все, я заканчиваю ролик. Ну что, я ничего не могу сделать. Ну и да. Все. Корейка, ау! Сейчас, погоди. Я решил перезайти в игру. Поиграть. Так, а я сейчас сначала что? Не, да, сначала. Короче, все. Вот такой вот получился ролик. С вами я был Артем. Всем пока!